краткий обзор по моему подоконнику. Что у меня взошло? Я приехала, посеяла петунию. Ну, это вот для балкона. И, может быть, еще пойдет. Во дворе у нас садят тоже. Да, посадить на клумбы во дворе. Если останется, конечно, пока загадывать не буду. Такая яркая петунья тут должна быть. Тут несколько сортов, но взошел в основном один. Я так щедро посеяла. Посмотрим, что будет. Пока загадывать не буду. У меня вот такая леечка специально для полива петуньи. Это вот набирает цвет уже орхидея. Я ее пересадила недавно. Пока вот просто подвязала на такой ужасный бантик, но чтобы держалась, не падала. Наклоняется на бок. Очень красивая тоже орхидея. Из цветов, из того, что у меня было, конечно, это вот мизер, то, что у меня тут. Так, ну вот это вот живучка, которая, я надеюсь, скоро зацветет. И вот у меня тут еще я посеяла цветы. Эустома, бегония, бальзамины. Пока молчат. А вот эвкалипт лимонный, он зашел уже. А еще у меня зашла герань, по-моему, 3 штучки. Ампельная. Но она на другом окошке. А вот тут у меня в контейнере, я показывала, у меня очень много было цикламенов разных всяких. Вот они тут сидят, пока думают. Ну, пока вот никак. Это вот я сегодня утром встала и решила сделать краткий обзор все, чего у меня вот происходит, какие у меня новости по дому. Еще мне вчера загорелось сшить новую не наволочку, типа наперника на подушку, потому что уже вид был удручающий. И вот такая вот подушечка у меня теперь в новом наряде. У меня были кусочки льна разноцветного. И вот так вот я соединила. Такая вот штукенция получилась. Очень симпатичная, веселенькая. Еще я решила принарядить свой манекенчик Дусю. Теперь вот Дуся выглядит вот так вот. Это вообще игольница. Но я пока сваляла вот сердечко. Стой, оно внутриполое. Я его набью синтепончиком, и у меня будет вот такой вот такая новая игольница. Но пока она не набита, Дуся будет сердцем. А может быть, я вот так вот приколю, пока будет красоваться. Вот такая вот у нас красотка Дуся. Что делается у нас на кухне? На кухне у нас все кипит. Муж развил бурную деятельность. Значит, это я достала грибы. Вчера смотрела рецепт серых щей, по-моему, так называется. И вот сегодня хочу приготовить серые щи с грибами, постные щи и грибы. Разморозила, поставила, вернее, на разморозку. Не пойму, что у меня за грибы. Они были не подписаны. Вот это вот ужас в этом состоит весь. Короче, буду варить грибы, не знаю какие. То какие-то пластинчатые какие, то ли это сыроежки, то ли это еще какие-то. Не хотелось, чтобы это были говорушки, потому что щи будут никакие с говорушками. Они парфюмированные грибы, дают такой запах парфюмный, что не каждый выдержит. Потом, что еще у меня тут? Это у меня тут удобрение. От апельсинок остались корочки. Я их замачиваю и поливаю растения. Надо сказать, эффект очень хороший. Я сначала с опаской относилась. Я вообще перед этим банан замачивала. Банан со скорлупками яиц. В банку настаивается где-то с неделю и поливаю. Ну вот мне что не нравилось, что запах не очень приятный. А вот это и приятный запах, и есть эффект. Листики зелененькие. Значит, тут у меня вовсю идет готовка. Муж готовит пюре картофельное и курица с овощами. Курицу он уже приготовил. Осталось пюрешка. Сегодня он у нас главный по кухне и готовит. Вчера тыкву, классная тыква такая, угостили.
Хотя мы с осени закупались тыквами, ну, одна осталась на окошке, вон она у нас стоит. А вчера соседка разрезала, у нее большущая тыква, и принесла. Это вот такая традисканция у меня. Она почему-то растет вширь. Она, казалось бы, ампельная должна быть. Она вот так вот растет, интересно. Надо ей уже горшок, наверное, такой, что уж если она собралась расти вширь, ну и дать ей такую возможность, чтобы она расширялась дальше. Короче, в планах у меня покупка горшка. Так, здесь у меня тоже живучка, которая отпочковалась. Жалко было выкидывать. Это мне невестка отдала. У нее красивые фиалки. А на них нападает кот. У них кот такой тоже агрессивный. Вот две фиалочки. Так, вот эта тыква попалась. Вот две фиалки. Вот, кстати, я их поливаю вот этим вот раствором с апельсиновыми корочками. И вот они вот прям вот такие оживели и стали вот такими. Так, а это вот у меня стриженный розмарин, который идет у меня и в пищу, как приправа. И вообще он воздух оздоравливает. Мне очень нравится. А это вот наш огород. Посадила 4 луковицы. И вот они уже вот такие вот. Дали такой плевок. Ну, еще недельку я буду собирать урожай. Вот такой огород. Это мне прищепка, которую я использую везде, как зажим. В общем, эти вот прищепки, канцелярские зажимы, мы используем везде. Если вот в мягкой упаковке майонез, сметана, тоже очень хорошо зажимает. Открыл, вот, закрутил, зажал и в холодильник. Очень удобно, что вот это вот. Вещь такая интересная оказалась. Бралась для других целей, но, как оказалось, очень удобно использовать и на кухне, для каких-то хозяйственных нужд, где-то что-то придавить. Еще очень хорошо для огородников. Вот она, в отличие от прищепок обычных, бытовых, она очень хорошо пленку держит на парнике. Есть еще побольше размеры вот таких вот зажимов. Они вообще идеальны, они настолько прочные. Так что вот это вот заменитель прищепок. Ой, вот такую рыбу мы нарыбачили. 4 щучки небольшие. Ну, нарыбачили мы, пошли, у нас продается живая рыба. Там несколько видов рыбы. Карп, зеркальный карп, толстолобик, белый амур и вот щука. Вот мы купили 4 щучки. Думали, уже она уснула. Принесли домой, она живая всех. Всех живых живее скачет. Ее сейчас пока в тазик положили. Она резвится, к ней подойти. Еще страшно. Прыгучая такая, скакучая. Это у нас тут несколько хозяйств, которые выращивают рыбу. Вот такая. Ну, такая средненькая, не очень мелкая, не очень большая. Вон она что делает, скачет. Боня, ты не будешь смотреть? Боня ее побаивается.